Мне на октане надо поиграть две катки. Мне нужно добить испытания. Там, оказывается, пофиксили эту систему по поводу тросов, потому что 10 раз прокатиться. Так ее никогда и не было просто она в этом приколе. Нет. Во втором сезоне я тебе готов на 1000 рублей поспорить, то, что она была. Да ебать ты... Я реально обуду. А что происходит нахуй сегодня? Хочешь полетать, компадре? Тогда полетели! Меня в лобби выбрали героев просто... Ну, конечно, блядь. Это мой интернет, что ли, такой классный? Нет, меня тоже лагает. Крюк заряжен и готов отправиться в полет. Всего один разрез. Что за... края до края. Что за слезы фалосы с нами играют, блядь? Наружу. Им? Я даже чат не могу, блядь, что записать. Ким Чен Ын, блядь, какой-то, или шо? 39 убийств? Молоточек. Зайца? Чё это было за бра? А мы играть будем, нет, блядь? Да мое сообщение второе даже не отправилось. Оля! Да. Какой ты наивный. Вау, Apex Legends, классно. Мы не знали. Это, бля, предложение рассмотреть их баннер более лучше или что, бля? Давай рассмотрим этот баннер. Что мы? Да на член похожи эти два пальца. Посмотри нахуй под иконкой Apex, там вот эти два. Это член. Два члена. Мы уже проебали или что, я понять не могу. У нас выебал отряд чемпионов всех, что ли, или да, чё, блядь? Прям в самолёте. Ебать, что происходит, нахуй? Воу! Далеко, но весело. Что? Что? Рома, блядь! Там чистит склад, осталось. 11 мест. Что за хуйта, бля? Там все просто бахуи, наверное, блядь. А можно обратно меня к лобби подключить, а уже час, блядь, 5 минут? Бля, люблю респаун энтертеймент, я отключился, блядь. Спасибо, бля, респаун энтертеймент за то, что сливаете мою стату, блядь, как только можете, нахуй. Ну ебать, зато я сыграл один матч за Octane, охеренно стало.